конец сезона, все бьются за очки. Мы знали, что будет тяжелейшая игра. Таковой она и получилась, но я очень доволен. Удалось забить этот гол, и 3 очка нам очень нужны были. Мы ехали за ними, выиграли, но, в принципе, игрой доволен. Соглашусь, конечно, сейчас, особенно в такой ситуации, как мы находимся, очки на вес золота. Поэтому уникальный план на игру, все, в принципе, все шло как бы к этому. Да, Минск больше владел территорией. Но простейшая ошибка, и сразу же нас наказали. Поэтому, конечно, расстроен, но самые, скажем так, важные игры у нас вот сейчас впереди. Поэтому ждем их, готовимся к ним.